вообще есть на что посмотреть. Но то же самое говорят и про Найт-Сити. Рай на земле, рай на орбите. Для таких дождевых червей, как мы, никакой разницы. Кстати, если хотите увидеть дворец, не забудьте забраться куда-нибудь повыше. Извиняйте, дорогие жители нижних уровней Найт-Сити, вам снова не повезло. Тем, кто не увидит ничего, кроме смога, посвящается песня Джонни Сигнета. Мы помним о тебе, старик, где бы ты ни был. Доброе утро, Ви. Надеюсь, ночь прошла спокойно. Угу. Для вас нет новых сообщений. На сегодня у вас запланирована одна встреча в посмертии. Сервис Деламейн прислал уведомление, что такси прибудет в назначенное время. Отмечу, что вы не вносили в календарь события после текущей даты. Запустить процесс планирования? Нет, спасибо. Все так и должно быть. Хорошо. Удачного вам дня. Привет, босс. Привет. Он приехал? Нет еще. Но будет вовремя. Зато его люди уже успели тут повертеться. Проверяли, чтобы все было чисто перед тем, как он сам приедет. Думали, наверное, что мы их не заметим. Что с оборудованием? Оружие есть, все остальное тоже. Полный бак. Хоть сейчас запускать. Спасибо, я скоро буду. Спасибо, что выбрали сеть. Куда же ломаете полететь сегодня? По смерти. Жми на полную. Как пожелаете. Мы воспользуемся выделенными воздушными коридорами. Задержек не предвидится. Позволю себе заметить, что у вас утомленный вид. Тяжелая ночь. Скорее, тяжелый месяц. Мне очень жаль это слышать. Сеть Деламейн готова предложить вам дополнительные услуги, которые помогут улучшить состояние вашего здоровья. Более того, рад сообщить вам, что сеть Деламейн теперь сотрудничает с Trauma Team. В рамках акции «Безопасное путешествие» доступен пакет медицинских услуг, которыми вы можете воспользоваться в поездке. Лечиться мне и поздновато, и дороговато. Боюсь, я не вполне понимаю. Поскольку вы обладаете практически неограниченными средствами, мы могли бы найти подходящее решение. Просто забей на это, окей? Как будет угодно. Как там дела у Арасаки? Что вообще по ситуации в городе? Я нашел статью об Арасаке, которая вас заинтересует. Корпорация по-прежнему находится в кризисе. Большинство упоминаний в СМИ связано с огромным ударом по имиджу компании, а также с ее политическими и финансовыми неудачами. Программа «Сохрани свою душу» должна была стать для Арасаки благословением, а оказалась проклятием. Компания потеряла все связанные с ней ресурсы. Ага, обещали миллионерам бессмертие, огромные деньги брали. А сами собирали инграммы и данные. Явно хотели расширить влияние. Абсолютно верно. Как бы то ни было, Арасаки требуется время на реорганизацию. Полагаю, вы и по смерти пока в безопасности. Доставь меня в посмертие. И побыстрее. Разумеется. Я выбрал оптимальный маршрут. Скоро мы будем на месте. Во время полета вы можете расслабиться и насладиться великолепной панорамой города.
спасибо. По отзывам моих клиентов, этот город считается просто потрясающим. Да, это точно. Он сногсшибательный. Спасибо, что выбрали сеть Доломач Роу, обещая каждому прекрасное будущее. Да что ты. Конечно. Твоя комната тебя уже ждет. Надо фиговое. О, привет. Как дела? В клубе все нормально? Это ты мне скажи. Все, что происходит в посмертии, теперь твоя проблема. Прямо интересно, что мне скажет этот клиент. Ну еще бы. Он тут ждет. Прежде чем ты уйдешь, давай с тобой немного поболтаем. Что-нибудь выпьешь? Как обычно. Сейчас будет. Так-так, погоди. У нас тут не та ситуация, чтобы брать как обычно. Тебя ждет бескрайняя пустота. И ты в курсе, какие там ставки. Да. Напомни мне еще раз. Перед каждым большим делом, как ты знаешь, я всегда пропускаю стаканчик пива. Любимый бренд Джонни. У всех свои ритуалы, амулеты, счастливые трусы. Я сейчас говорю не про удачу, а про память. Я думала о Джонни, чтобы напоминать себе, ради чего все это. Что я вообще делаю в этом мире. Бестия. Короче. Уважай традиции по смерти. Клэр тебе намешает фирменный коктейль. Давай, выбирай. Сделай мне Сильверхенда. Выпью за Джонни. Он бы пошел с тобой, я уверен. Он обожал такие операции. Я помню, он улыбался каждый раз, когда мир начинал рушиться, как карточный домик. Он бы сейчас улыбался. Я знаю. Ни пуха, ни пера, Ви. Если кто-то и может провернуть такую затею, это ты. Спасибо, бестия. Момент все-таки настал. Я наконец встретил новую легенду по смерти. Надо сказать, я впечатлен. Рад, что не разочаровал. Садись. Ну, рассказывай. С чего начать? Арасака фактически выбыла из игры после Микоси. Ты получил деньги и известность во всем городе. Более того, ты фактически парализовал все системы Арасаки. Открылись несколько новых лазеек. Мои люди их нашли и вынесли, что успели. Значит, можно начинать операцию. Я проверил данные, утекшие из Арасаки. Казино сейчас испытывает новую систему безопасности. И, как я уже говорил, сегодня ее ненадолго отключат. Надеюсь, ты знаешь, как распорядиться моментом.
Я тебя не подведу. Ты нашел лучшего исполнителя для этого заказа. Да, мне говорили. Теперь я хочу убедиться в этом лично. Дело в том, Ви, что таких операций еще никто не проводил. Там, откуда я родом, сказали бы, что это невозможно. Предупредили бы, что риск слишком велик. Сравнили бы наш план с полетом Икара к Солнцу. И они бы ошиблись. Все до единого. Уверенность достойная легенды. Или того, кто рискует всем. Хотя ты как будто знаешь, что значит потерять все. Выиграть бой на последнем издыхании. Завтра в это время данные всех посетителей казино будут у тебя. Только не забудь, что ты обещал. О, я своих обещаний не забываю. Удачи. Все, я на месте. Великолепно. Секунда в секунду. Теперь я. Мне сообщают, что спутники временно отключены. Защита личности активирована. Только не забудь, у тебя одна, единственная попытка. Мне-то не рассказывай. У нас не будет возможности забрать тебя или прийти на помощь. Если тебя кто-нибудь заметит, ты погибнешь. Прекрасно. Но если все получится, ты получишь больше, чем можешь представить. Я уже давно получил все, что было нужно. Просто мне уже нечего терять. Перспектива мрачная. Впрочем, не мне тебя судить. Что? Была не была. Удачи. Увидимся внизу. Конец связи.
Привет, Вик. Как дела, малыш? Давненько ты не заглядывал к старине Вику. Наверное, чумбы из посмертия нашли тебе в высшей лиге нового рипера. Какого-нибудь мажорного пиздобола с хромовой задницей, к которому весь Нортоук ходит. Ну и ладно. Ни в чем себе не отказывай. Наслаждайся жизнью. Ты это заслужил больше всех, кого я знаю. Но все-таки ты забегай иногда, как будешь рядом, окей? Поговорим за жизнь, вспомним старые добрые времена. А я заодно проверю, не проебался ли где случайно твой новый рипер. До встречи, Ви. Привет, Ви. Мне все говорят, ты теперь Пес Гордо, большая шишка. И как это мешает тебе звонить раз в неделю? Хоть раз в месяц. Мальчик мой, не забывай, с чего ты начинал и с кем. Мои двери всегда для тебя открыты. Еда всегда на столе. Mi casa es su casa. No se te olvide. Ahí te veo, Vi. Ви, привет! Давно с тобой не болтали. Как у тебя? До сих пор все круто? Жаль, не могу посмотреть, как ты там шипуешь в Найт-Сити. Вообще, я просто хотела сказать спасибо за все, что ты для меня сделал. Стоило свалить из этого долбанного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново. Я что хочу сказать? Ты тоже уезжай, Ви. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги. Куда глаза глядят? Реально. Сразу вздохнешь полной грудью. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Привет, Ви. Как ты там? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Холодильник потек, 32 градуса в тени, да еще и песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. Если серьезно, у нас все хорошо. С Солом бывают, конечно, терки, но вроде не ссоримся. Семья постоянно растет. Работы много, рук не хватает. Хотя лучше так, чем как раньше. Знаешь, если бы не ты, я бы до сих пор шаталась по Найт-Сити, как неприкаянная. Спасибо тебе за все. Мы встретились, когда я свернула с правильного пути. И ты помог мне на него вернуться. Ладно, созвонимся еще потом. Не забывай о нас, окей? Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знал. Мы своих никогда не бросаем. Ты теперь один из нас, Ви. Ты Альдекальда. Помни об этом. Береги себя там, в городе. И до встречи. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Слышь, Ви, прикинь, мне тут позвонили. Ёб твою, чё, опять автоответчик? Пиздец, ты вообще трубку когда-нибудь берёшь, реально, а? До службы техподдержки уже проще дозвониться, чем до тебя. Ви! Блядь, забыл, что хотел уже. А, во, да. Сики, звонил мне агент Аскрекс. Предлагает ехать с ними в тур. И
я сначала такой, да нахуй, пошли вы нахуй. А потом думаю, а чё бы, собственно, нет? Может, развеюсь немного? А? Как думаешь? Вот я не знаю пока. Ну вот, я тебе рассказал последние сплетни. Захочешь поболтать, звони. Пока. Привет, Ви. Тут, в общем, такое дело. Парни с пятого участка накрыли магазин, где торговали нелегальными пушками. Обрезы, электрошокеры, гранаты с горчичным газом. Сверху пришел приказ все это уничтожить. Но я посидел, подумал, может быть, ты найдешь всему этому какое-нибудь применение, так сказать, во благо. Я не забыл, что ты сделал для нас, для меня и для Рэнди. Этому городу нужны такие люди, как ты. А снарягу уж я обеспечу. Это тебе за помощь, Ви. Услышимся. Перед тем, как сделать сеппуку, самурай сочинял Джисай предсмертные стихи. Он делился последними мыслями о жизни, о смерти. Я прочитал много таких. Некоторые настоящие шедевры. К сожалению, я не самурай, поэтому я попрощаюсь с тобой по-простому. Гори в аду, Ксояро. Привет, это Пиралис. Ви, если будешь слушать это сообщение, сначала отойди туда, где нет лишних ушей. Короче, я насчет Элизабет. Она точно как-то во всем замешана. Она все время говорит, чтобы я за собой следил. Дает мне какие-то таблетки. Говорит, что это витамины. Я сдал их на анализ в лабораторию. И вроде все нормально, но мало ли, вдруг кто-то подменил результаты. Как у тебя будет время, сразу мне позвони, ладно? Да, только не забудь стереть это сообщение. Привет, Ви. Я тут, в общем, подумала о тебе и решила быстро разложить карты. Я знаю, надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее, но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня понял. Знаешь, что я вытащила? Силу, Императора и мир. Дорогой мой, скоро мир о тебе услышит. Пора показать Найт-Сити, на что ты способен. Герри, привет. Бросай все, что ты там делаешь. Езжай в гавань и не тупи.
Не вопрос. Скоро буду. Обещаю, ты не пожалеешь. Гавань у 4-го пирса. Привет, Найт-Сити! Как обычно, ваше дело — это мое дело. Сегодня мы рассмотрим под микроскопом Morty Colleges, лидера на современном рынке физических модификаций. Не так давно Мур выпустила новую серию элитных имплантов. Титановый череп Bright Horn K, комплект костей Eiger T и комплект рук Hellstock W. Тем временем их первое успешное изделие по-прежнему очень популярно. Заменитель иммунной системы Liscom C высоко ценится среди любителей киберимплантов по всему миру. Но в прошлом году Moore Technologies настигли обвинения в том, что в сравнении с конкурентами их импланты значительно быстрее вызывают киберпсихоз. Пиар-отдел и юристы швейцарского гиганта постарались быстро замять скандал. И автор статьи, журналист Франц Ка, был осужден и приговорен к 10 годам тюрьмы за клевету. И вот что я думаю. Moore Technologies ожидает небывалый расцвет в самом ближайшем будущем. Мои рекомендации? Покупайте и ни о чем не жалейте.